небольшая такая зарисовочка, композиция. Стриженный клен приречный или клен генала. Пытаюсь из него вот такой шарик сформировать от земли на высоту роста своего. Дальше сирень венгерская цветет, выращенная из семян. Еще не формировал. Ну вот, после цветения можно будет ее тоже шариком сформировать. Еще не решил. Такая красота. Цветет позже, чем сирень обыкновенная, и не дает поросли. Куст разросся, и много цветов, обильное уже цветение. И в этом же ряду вот тоже формирую краснолистная алыча писарди. Такое кустистое растение. Ну, там все то же самое, сиренька. И еще клен, еще не стриг его,